На пост секретаря Самарского регионального отделения партии выдвинулись 3 кандидатуры. Выборы прошли по новым требованиям устава – тайным голосованием и на альтернативной основе. Победу на выборах одержал действующий секретарь отделения Александр Фетисов. Он набрал 125 голосов делегатов конференции. Тот курс, который был провозглашен на 13-м съезде на усиление роли первичных организаций, мы находимся только в начале пути. Очень важно вдохнуть жизнь именно в первичное отделение. Я считаю, что сейчас вот в ходе отчетно-выборной кампании нам вот такая некая реанимация удалась. Теперь важно, чтобы, говоря медицинским языком, как-то их приводить уже в стабильное рабочее состояние. На конференции также определили новый состав регионального политсовета партии и его президиум. По новым правилам устава «Единой России» 30% мест в составе нового регполитсовета заняли представители первичек. По мнению делегатов конференции, это сделает работу партии эффективнее. От имени губернатора области Николая Меркушкина вице-губернатор Алексей Бендусов напомнил собравшимся, что главная задача единороссов сегодня – наполнить практическим смыслом все обещания, которые были даны в последней избирательной кампании. Та теория малых дел, когда люди на себе ощущают конкретную помощь и конкретную поддержку. И тогда их не надо больше агитировать влево или вправо. Тогда они знают, кто им действительно помогает. В ходе конференции были награждены единороссы, отличившиеся в работе первичных и местных отделений партии, а также координаторы партийных проектов на местах. Марина Матвеевна, Владислав Манин, ГИС «События».